Ребят, всем привет. Ну, как многие говорили, попросили, чтобы я еще снял, так сказать, море. Прикольное видео получилось. Ну, вот сегодня мы поехали. Если вдалеке, я не знаю, я вообще просто снимаю на солнце. Вообще не вижу, что я снимаю. Но могу сказать так, это у нас Рижский залив. И выход к морю. Тут у нас паром в Таллин ходит. В Таллин, в Хельсинки. Постоянно. Вот мы даже, самое интересное, что я его вам и покажу. Вот он идет. Сейчас бы я хотел немножко так другое показать. Вот с левой стороны это у нас наше Рижское, Юрмальское, плюс-минус море Балтийское, да. Вот камни, камни этот весь пирс. Длинный. И плюс, я как на что сразу же обратил внимание, берег очень-очень грязный, это еще не почистили, хотя у нас сейчас финансирования вообще нет, никто ничего не чистит, не убирает, и много-много разных коряг. Коряг довольно интересных, разной формы, но они морские, то есть они уже гнилые. Я думал, может быть, взять парочку в аквариум, там подготовить, попробовать отмочить, потому что, ну, потом, не подходит вариант. Ну, камни тут вообще, конечно, это не тот пляж, как я вам показывал. Вот сейчас я вам хотел бы так заострить внимание по поводу валунов. То есть там чуть дальше будут, ну, огромное количество довольно тоже интересных форм. Там мне одна девушка написала, говорит, вот, мне бы такие камни. Приезжайте, с удовольствием берите. Ну, на границе я когда вез, это сейчас тоже в Питер еду за интересными камнями. Очень было много вопросов, что за камни, откуда, зачем и тому подобное. Ну, вот среди этой тины, то есть, если честно, я нашел довольно, ну, интересных небольших камней, но как, идеально подходит для малавийских цихлит. Я видел, там ребята на форумах выставляли красивые фотографии с красивыми камнями, красивой формой, красивой окраски. Ну, если это вот, если посмотреть, а там вдаль, там у нас огромные-огромные горы камней. Без проблем можно брать. Некоторые говорят, их надо чистить, отмачивать. Ну, а какие камни приходят в магазинах у нас, зоопродаются, это тоже под вопросом. Я думаю, это как у нас в Латвии, с камнями проблем нет, там, да. Ну, многие говорят, что, ой, это же не те камни, не те. Да, знаете, бизнес и деньги из людей делает зверей. То есть они вот возьмут небольшой камень, вот как мы вот видим, вот этот красный. Ну, вот это довольно большой валун, дальше есть маленькие. И начинают продавать. Я видел, у нас камни 7 евро килограмм. Там камень 5-6 килограмм весит. Ну, 40 евро за камень, ну, это вообще космос нереальный. Ну, вот у нас вот паром. Таллинг называется. Постараюсь приблизить. Мы пару раз плавали. В прошлом году, в этом году тоже поплывем. Если будет интересно, могу снять. Тоже сделать ролик. И вот по направлению вдоль пирса. И вот у нас там дальше выходит уже в Рижский залив. И завтра утром уже в море. Так что вот так. Ладно, ребят, не буду длинные ролики снимать, как я говорил. 3-4 минуты. Просто хотел показать. Но душе, как говорится, было... Опять же, жена говорит, вообще ненормально со своими роликами, со своими камнями, со своими, не то что подписчиками, а со своими этими видеосъемками. Тебе один раз надоест, и ты все закроешь. Но я смотрю, у него вроде не доедает, а вроде все интереснее и интереснее становится. Паром довольно... Паром вмещает в районе 2000 человек. У нас был Таллинг, еще романтика была. Ну, один сняли, так как население все меньше и меньше, спроса все меньше, поэтому пустили один. Раньше... А, вот это и есть Таллинг Романтика, а было еще, вот мы сверху видим надпись Романтика. А второй был то ли Елизавета, то ли как-то такое название. То есть один более новый был, более старый. Мне кажется, более новый пустили на авиалинии в Швеции. Он в Швеции, Финляндия, Скандинавии катается. Нам оставили постарее модель. Так что так. Ладно, ребят, смотрю, ролик уже 5 минут, так что
буду завершать. Просто хотел показать камни. Опять же, камни — это такая больная тема с этими камнями. Ну и наше море, наш Рижский залив. Грязный, к сожалению, не чищенный. Но можно найти довольно интересные вещи, если покопаться. Все, ребят, всем большое спасибо. Опять обещал 3 минуты, уже показываю 6 минут. Надеюсь, не будете обижаться, не будете судить строго. Все, ребята, всем большое спасибо, всех люблю, всем пока. Чао-чао.